Попадая на территорию нового микрорайона в Дальнем Засвияжье, складывается ощущение, что стройка здесь не закончится никогда. Да, некоторые дома уже готовы, и в них обживаются счастливые новоселы. Другие достраиваются. Третьи дома и вовсе присутствуют пока что только в виде забитых в землю свай. Естественно, серьезный вопрос для микрорайона – это доступность образования. Раньше весь микрорайон был разделен между 4 учебными заведениями. Новый губернаторский лицей не просто разгрузил эти учебные заведения, но и позволил местным школьникам посещать учебное заведение по месту жительства. Гладко вышло только на бумаге. Новое здание, новые учебные программы, современные лаборатории и спортивные залы. Спрос на суперсовременное учебное заведение прогнозируемо превысил предложение. В списке 125 свободных мест для первоклашек уже более 300 заявлений. Как результат, народные волнения. Дойти до других школ с маленькими детьми – это большая проблема. Здесь у нас гаражные кооперативы, здесь у нас оживленная дорога, причем ее две. Здесь у нас очень такой серьезный светофор. То есть водить ребенка – это, конечно, можно до третьего класса, но нет такой гарантии, что ребенка, вы сами понимаете, девочки и мальчики. Мы живем в такое трудное время. И в 10 лет могут затащить и в машину, и в 15 лет могут отвезти в гараж. То есть проблема только в этом, что мы хотели бы попасть в школу, которая непосредственно рядом с домом. Отпустить ребенка в школу, по пути в которую не надо переходить по несколько раз оживленные транспортные артерии и не толпиться в тесных маршрутках, что может быть лучше. Но, если верить слухам, не только местные жители сделали выбор в пользу лицея с громким названием «Губернаторский». Еще такая информация есть, что вот эти вот заявления в электронном виде принимаются как от людей с постоянной пропиской по месту жительства, так и от людей с временной регистрацией. И вот как отвечает директор нам на наш вопрос, он говорит, все имеют одинаковые права. Но получается, что вот права детей, те, которые временно зарегистрированы, они учитываются, а права тех детей, которые постоянно зарегистрированы, они, значит, ущемлены. Кто-то временно не зарегистрирован, не временно. Я не обладаю полномочиями решать вопросы с регистрацией, да, этим занимаются у нас другие органы. Но в законе четко прописано, что ребенок зарегистрированный по нашему микрорайону, и мы смотрим на это. Второй вопрос, с которым родители осаждают директора школы – работа электронной регистрационной площадки. Мол, открыться регистрация должна была в 0 часов 1 минуту 1 февраля, а на деле что-то пошло не так. То есть на портале, вот на этом губернаторского лицея в 0 часов 01 минуты не оказалось. Мы, конечно, все были в шоке, в панике, но как бы была еще надежда какая-то, что откроется. Но вот появился наш губернаторский лицей на портале только в 8 часов где-то 15 минут. А в 8 часов 29 минут уже было подано 125 заявлений. То есть это вот какая-то вот рулетка такая. И по этой рулетке мы не попадаем. Хотели как лучше, получилось как всегда. Неприятная фраза все чаще звучит из уст родителей, которые боятся остаться в неведении до начала лета. Школа построена на 20 тысяч квадратных метров. Якобы она вмещает 1000 человек. Вот. А стандартная школа на 5000 квадратных метров тоже вмещает больше 1000 человек. Какая-то получается ерунда. Хотелось бы администрации тоже сказать, ну, посмотрите, нам обычную школу на 5000 квадратов, на эти деньги 4 школы, вы сами понимаете, 20 тысяч и 5000 квадратов. В июне должно решиться вывесить списки, кто попал именно в эту школу, кто нет. Если не попал, то нужно искать другие школы. А прикрепления к других школам у нас тоже нет. То есть мы тоже потом будем надеяться на авось. Возьмут нас в эту школу, ну, там, даже в 13-ю, 65-ю, 40-ю. В общем, не знаем, ничего не знаем. Живем в небытие. Администрация школы парирует. Без первого класса не останется никто. Но, к сожалению, не все попадут в лицей губернаторский. Хотя уже сейчас директор идет на контакт с родителями и всерьез обсуждается вопрос увеличения учебных мест для первоклассников. Где-то, возможно, мы будем увеличивать количество человек в классе. Где-то мы, может быть, будем смотреть количество классов вообще, да, в принципе, ну, может быть, на один, на два мы посмотрим свои ресурсы уже, да. То есть мы сейчас вот эта ситуация позволяет нам еще более глубоко посмотреть на наши ресурсы, какими ресурсами мы обладаем, и посмотрим, будем решать ситуацию.